привет из солнечного Майами. Это новая рубрика «Пути бомжа» на уже Вайсити на Аризона РП. Я подготовил себе вот такой аккаунт, на котором мы имеем 30-й игровой уровень. Конечно же, сам скин Томми Версетти, пакет всех лицензий, всех документов и простенький телефон для связи. Больше на этом аккаунте ничего нет. На счетах у меня везде 0, так же как и доната. Моя главная цель — это развиваться и постоянно жить именно в самом Вайсити, так как тут огромное количество бонусов и надбава. Поэтому скачивайте игру по ссылке в описании, заходите на мой 22-й сервер Сидона, при регистрации указывайте от друзей и вводите ник Майгуан, чтобы получить 300 тысяч. Далее на 5-м уровне вводим промокод хэштег Майк и получаем еще 720 тысяч. Прокачиваем аккаунты и прилетаем ко мне в Вайсити. Тут можно играть как с компьютера, так и с телефона. Путь я буду проходить без доната и без помощи подписчиков. И чтобы не развиваться тут бесцельно, я составил список. Первая цель — это 50-й игровой уровень. Далее 5 миллионов Вайсити долларов. Два автомобиля Вайсити, Инфернус и БФ Инжектион. Любой дом, самому скрафтить скин СиДжея, сет из аксов с заточкой плюс 12. Топовую майнинг ферму, 20 видеокарт плюс 10. И последнее — это покупка бизнеса. Думаю, это более чем, поэтому давайте уже побыстрее начинать. Появился я в аэропорту, и нам нужна какая-то работа. Прописываю /GPS, выбираю по работе, и давайте попробуем почтовую службу. Сажусь в такси, и меня выкидывает. Я совсем забыл, что я еще бомж, и у меня 0 денег. Если что, то можно, конечно, дождаться бесплатный автобус и с кайфом доехать. Но сейчас ночи, ждать, наверное, придется долго. Поискал открытый транспорт, но все безуспешно. Придется идти пешком, а идти нам ого-го, другой конец карты. Но ничего, я пробегал всю карту GTA San Andreas, поэтому это для меня сущий пустяк. Пытаюсь срезать путь, перепрыгиваю через ограждение, ныряю в воду и, блин, точно, это же GTA Vice City, где никто не умеет плавать. Оказался я в больнице, выхожу на улицу и, знаете, по навигатору я оказался еще ближе к своей работе, так что это тоже плюсик. Проверяю мусорку, мало ли кто-то что-то годное выкинул, а в ней ничего нет. Расстроенный ловлю Payday и бегу дальше. Сколько же автомобилей проезжает мимо, и никто даже не остановился. Ну как так? Я всегда всем помогаю. Что за несправедливость? Я уже под фуры начал бросаться. Ну вот хоть бы кто-нибудь остановился. Все равно же едете по прямой. По дороге вижу ларек с едой. Наедаюсь за бесплатные талончики и рядышком забегаю в центр занятости посмотреть работы. Тут у нас 11 вакансий, на которые мы можем устроиться. И 12-я работа, я так понимаю, это та почта, на которую устраиваться тут не нужно. По пути чекаю еще одну мусорку, и тут 4 какие-то лепешки. Нет, спасибо. С горем пополам я наконец-то добираюсь. Подбегаем на пикап одежды и устраиваемся на работу. В кого я превратился, это без комментариев. Сажусь в служебный фургон, и наша задача — загрузить посылки. Сразу скажу, что загрузка не быстрая, и несмотря на это, игрок сзади меня не стал толкаться и мешать. Я прям приятно удивлен. После загрузки у нас на карте появляется красная метка. Подъезжаем, подходим к багажнику, нажимаем на Alt и становимся на метку дома. Вуаля, посылка доставлена. На баланс сразу же зачисляю 410 Вайсити долларов, но в чате почему-то пишет 280, как-то странно. Открываю инвентарь, вот они, наши первые бабосики. На этой работе нет ничего сложного, все легко и просто. Катаемся по меткам и раздаем посылки. А уж поверьте мне, кататься по Вайсити — это прям такой кайф. Карта достаточно маленькая и компактная, но и в то же время кажется прям большой. Завожу вторую посылку, а вот с третьей я сталкиваюсь с проблемами. Посылку система мне не дает взять из багажа, так как я не возле дома. А к этому дому вообще нельзя никак подъехать. Прикатил к забору, чтобы быть рядом с меткой, беру посылку и уже пешком отношу до дома. Следующие 7 посылок я отвез без приключений, все окей. А вот отвозя последнюю посылку, мне выдали бонус, какой-то ящик джентльменов и ларец с премией. На балансе у меня уже 4100, и я совсем про кое-что забыл. Захожу в МН и далее 12-й пункт промокод. Ввожу хэштег Elmike, и мне сразу начисляют 720 тысяч сабаксов. Пользуясь рабочей машиной, давайте отправимся до аэропорта. Заходим внутрь, и по прямой есть обменники валют. Обмениваю 718 тысяч на 5400 Вайсити долларов, и потом оставшиеся копейки тоже обмениваю. Курсы тут со всех серверов разные, но примерно могу вам сказать так, что 13 тысяч Вайсити долларов — это 1 300 000 долларов. И да, Вайсити — это то место, где игроки могут собирать
собираться со всех серверов GTA сам. Экономика везде разная, поэтому вот так. Кушаю шаурмичные и еду на базу. Завершаю работу и устраиваюсь заново, чтобы взять целую и заправленную тачку. Пользуйтесь лайфхаком. В этот раз ребята становятся так, что всем хватает места. Респект таким, а вот хера возмущен. Развожу 10 посылок и в сумме также получаю ровно 400, а также новый рандомный бонус. Супер мотоящик и супер карбокс. Приехал на базу и решаю сделать еще один заезд. Загружаюсь, отвожу посылки, по деньгам получаю также. А из бонусов супер мотоящик и ящик джентльменов. Фух, на балансе 17700 Вайсити долларов, и пока нам, думаю, этого хватит. Нужно позаботиться о жилье. Захожу в GPS, выбираю отели и ищу самый прям дешевый. Вот Рок отель 3 звезды, сойдет. Номеров тут свободных ого-го, живи не хочу. А стоимость проживания всего лишь 9 Вайсити долларов в час. Кстати, у нас появится шанс случайного ларца в Payday. Заселяюсь в номер, кушаю и меняю место спавна. Номер я продлеваю на 200 часов за 1800. Кстати, имея в Вайсити свой дом, на работах мы будем получать больше на 50%. И за номер в отеле также бонус, но только уже поменьше, 15%. Так что, когда вы прилетите, советую вам сразу заселяться в отеле, только потом начинать работу, чтобы получать больше бабок. На балансе ровно 15900. Пытаюсь открыть эти ящики ларцы, а мне пишет, что на этом сервере я не могу их использовать. Но ничего страшного, их можно будет, если что, продать по хорошей цене на центральном рынке. Залетайте на мой 22 сервер Сидона и прилетайте ко мне, буду вас ждать.